30 августа 2018 год, Харьков. Что у нас там со временем? 14.53 по Киеву. На этой территории массово похоронены, массово захоронение, будет сооружен мемориал жертвам сталинских репрессий. Апрель 1990 года. А сегодня 2018. 28 лет назад всего-то. Да. Это парк памяти. Совсем рядом с Барабашово. Тысячи и тысячи раз я здесь ездил. Но о том, что здесь парк не развлекательный, а именно мемориальный, узнал не так давно. Здесь начались захоронения, как оказывается, еще со времен Голодомора. Потом это плавно перешло. Тут хоронили, то есть умерших от голода. Потом это плавно перешло в захоронение расстрелянных, сначала бунтующих против коллективизации кулаков, крестьян. Потом после 37-го уже рядом с умершими от голода. Тут недалеко Камышево, поселок салтовских рабочих был. И вот умершие рабочие, умершие дети в этих бараках, они здесь захоронены. В этой могиле 24 листопада, это ноября, да, 2005 года перезахоронены останки 30 людей, жертв Голодомора 32-33 годов. Это, я так понимаю, с парка Артема. На парке Артема, сейчас машиностроителей парк, по-моему, называется, при строительных работах обнаружены были тоже останки людей. Их, я слышал, перезахоронили именно здесь. Ну, это совсем жуткий, конечно, крест. Тут в массовой могиле весной 33-го года похоронены дети, умершие от голода. Такие дела. В общем, вместе с расстрелами до 38-го года здесь расстреливали уже по репрессиям сталинским. Здесь тысячи похоронены людей. Просто в навал, я так понимаю. Сверху это все уже давно щебнем, строительным мусором засыпано. Понятно, что никто не афишировал это в советские времена. Здесь все за забором было. Ну, в советские имеется в виду, до Второй мировой войны. Не в 80-е годы. Да, а потом перезахоронение перенесли возле пятихаток, там шестой квартал, так называемый, лесопарка. Был я там недавно, тоже снимал. Там похоронены поляки, расстрелянные в 40-м году, которые в плен Советскому Союзу в Польшу попали в 39-м году. Ну, в общем, скорбное место. Никогда не думал, катаясь здесь постоянно, что здесь тысячи людей под ногами. Останки тысяч людей. Такое же массовое захоронение, как сказал, на шестом квартале лесопарка возле пятихаток. Сейчас это мемориал жертвам тоталитаризма. И на Дробицкий яр возле Роганского поселка в начале Харькова, там, где фашисты расстреляли евреев, тысяч около 20.